Друзья, у нас очень много приходит различных рецептов, как же, собственно, не избежать вот этого жесткого. Как поднять себе настроение с утра. Такой, знаете, музыкальный легкопластырь. Так их назовем. Антистрессовый оркестр Botanical Garden у нас в гостях. Доброе утро, здрасте, ребята. Художественный руководитель и бухгалтер коллектива Раушан Хасанов. Бухгалтер у нас другой. Бухгалтер другой. Директор у нас другой. По документам, по документам. Судя по всему. Скажем так. Раушан, ну, судя по всему, вот музыкантам, людям творческим, им тяжелее других приходится. Потому что они, во-первых, испытывают муки творчества. А иногда муки творчества совпадают, ну, например, 1 января, да, с муками физическими, так называемым вот этим, этой болезнью. Да, я хочу продолжить этот момент. Они испытывают любовь к себе зрителей, и любовь зрителей выражается, мы все прекрасно понимаем, в чем, не только давай в аплодисментах. Выпьем. Да, давай выпьем. И опять же начинаются вот эти утренние муки, о которых мы говорим вот именно сейчас. Ну да, есть такое, есть. Как мы издалека, из университетского, зашли на тот самый вопрос. Есть ли у группы Botanical Garden, ну, не знаю, какой-то рецепт? Универсальный рецепт. У знакомых. Этот, на самом деле, этот универсальный рецепт уже был озвучен. Мы на своих концертах, ну и стараемся после концертов не употреблять алкоголь. Угу. Сергей Шнуров, да, всеми известный, я точно не скажу его фразу, но смысл фразы такой. Он однажды сказал: я не понимаю музыкантов, которые выходят на сцену трезвыми до 30 лет, ага, и пьяными после 30 лет. Слушай, Сергей Шнуров, Сергей Владимирович Шнуров, сейчас Сергей его надо уже, так да, называть, да. Он в последнее время, согласно, если соцсети не врут, он ударился в ЗОЖ, здоровый образ жизни, бегает, кроссы. Ну и при этом занимается... употребляет алкоголь все равно. Да. И никотин. Да. Но делает сейчас, он уже это делает не искренне. Но все-таки, если это не сцена, а уже концерт прошел. И... давайте, я за себя скажу, ну, по чесноку. Да. Я с похмельем справляюсь легко. Я накатываю. На следующий день. Так? Да. По-простому. И ложусь спать. Если удастся лечь спать. Вот. Но зачастую, ну, раньше, по крайней мере, происходило так, что я продолжал, было весело, пока со временем не стала болеть печень. И другие органы моего организма, да, части тела, так скажем. Вот. Я продолжал пить. Слушай, а вот... такой момент ты сказал про Саган Далю вне эфира нам. Это что это за рецепт на самом деле это очень хорошая, полезная вещь. Но, по крайней мере, буряты, которые мне продавали Саган Далю, говорили, что с похмелья они поможет. Они всегда говорили, что это Саган Даля. Саган Даля, да. Оглядываясь на а что продавали, никто не знал. Перед тем, как мы подошли петь, вот скажи, пожалуйста, из знакомых музыкантов, возможно, там, даже, ну, там, виолончелисты, тромбонисты, там, басисты, скрипачи, кто наиболее восприимчив? Кто больше болеет с утра? Кто больше болеет? Да. Басист долго. Здесь мне кажется, а басист у нас, кстати, вообще не болеет. Вот. У него двое детей, он не имеет права болеть. Да, правильно. Вот. Стимул. Но больше, я думаю, больше, конечно, барабанщики болеют. Но у нас сегодня не барабанщик, а музыкант, играющий на кахоне, поэтому это не про него. Вот. Но так, ну, по моему вот воспоминанию, так скажем, нет такого, что какой-то музыкант с каким-то инструментом он болеет больше. Барабанщик просто может холодную тарелочку приложить, да, к голове. Просто вот мне кажется, что болеют больше скрипачи, они утонченнее. Утонченнее, тоньше. А сейчас мы переходим к композиции. Что за песня? Песня называется «Полетели». Да. Она новая песня? Ну, она относительно новая. Просто вы, Вячеслав Владимирович, не ходите на наши концерты. А, кстати, я и сейчас выйду. Я знаю, что у вас в ближайшее время где-то будет концерт. 15 сентября будет концерт. В соцсетях вы можете узнать, где. Я не буду рекламировать. Ну, да, хорошо, да. За это вам отдельное спасибо, за тактичность. Будет порядка, ну, двухчасовой концерт, большой авторский концерт. Приходите в 22:00 начало. Вот, в центре города. Ну, и вся информация в соцсетях. А сейчас антистрессовый оркестр Botanical Garden. С композицией «Полетели». Полетели. Полетели. Ты сегодня будешь в белом или в синем с золотым? Очарованная дама лет
двадцати. Ну а я, конечно, также буду пацаном простым. Ты со мной сегодня будешь вся цвести. Я скажу тебе, как ласточкам в апреле. Я тебя люблю, куплю и полетели. Я скажу тебе, как ласточкам в апреле. Я тебя люблю, куплю. Превосходно и блистательнее дня, что, конечно, ожидает впереди. Я скажу тебе, как ласточкам в апреле. Я тебя люблю, куплю и полетели. Скажу тебе, как ласточкам в апреле. Я тебя люблю, куплю. Конечно, трезвым и, конечно, молодым. Хорошо, что мы цветные, видим сны. Я скажу тебе, как ласточкам в апреле. Я тебя люблю, куплю и полетели. Скажу тебе, как ласточкам в апреле. Я тебя люблю, куплю, я тебя люблю, куплю, я тебя люблю, куплю и полетели. Спасибо. Спасибо большое антистрессовому оркестру Botanical Garden. Очень хорошая композиция. Несколько раз, если внимательный, вы внимательный зритель, вы могли увидеть крупным планом лицо директора группы, которого мы сейчас, конечно, внимательно следил, кто как играет и кто как зарабатывает свои 30 копеек. Да? Все, хорошо. Спасибо, ребята, вам большое. Спасибо за то, что пришли. Мы продолжаем нашу программу. У нас рубрика «Сегодня вечерком».